Да это полнейшая фигня и просто трата времени. Я столько кружек успею сделать за это время. Ну, пипец. К тому же это абсолютно тупое занятие. Именно так я думала, когда мне пришлось доделывать за Варей картину, которую заказала она, но доделывать не стала. Вот эту. Потом мне неожиданно понравился процесс. Такая медитация. Потом мне понравился результат. Но потом я поняла, что я просто не умею отдыхать. Я измеряла всю свою жизнь результативностью. Но это бред. Отдыхать надо. Но поняла я это только когда слишком сильно устала. Настолько, что перестала лепить на целых 8 месяцев. И все это время только отдыхала. А вот результат моего отдыха. Подписывайтесь на канал.